Очарованные Краснодаром, немецкие студенты, приехавшие к нам учить русский язык, уже успели познакомиться с казаками и посмотреть город. Пришло время увидеться с первыми лицами кубанской столицы. С гостями из Карлсруэ пообщался глава Краснодара Евгений Первышов. Летняя школа русского языка работает в Кубанском государственном университете несколько лет. И некоторые ребята из города-побратима приезжают к нам уже во второй раз. Вы все вместе приехали в наш Кубанский государственный университет получить практику, получить возможность студенческих обменов между Краснодаром и Карлсруэ. И, имея давнюю историю, мы хотим продвигать активно этот дружественный нам процесс. И в свою очередь наши студенты имеют возможность познакомиться не только с деятельностью органов местного самоуправления, но и с культурой и непосредственно с традициями нашего города-побратима Карлсруэ. В гостях немецкие студенты убедились, что несмотря на разность языков, у наших народов много общего. Не зря же Краснодар и Карлсруэ дружат уже четверть века. И это несмотря на сложную политическую обстановку. Краснодар – очень многонациональный город. Проживает более 120 национальностей в городе Краснодаре. И мы гордимся тому, что все-таки и экономическая, и политическая, межнациональная стабильность в городе Краснодаре есть. И надеемся на будущее, что она все-таки будет. Некоторые зарубежные гости свободно изъясняются по-русски, другие, великие и могучие, пока понимают с трудом. Но у них есть еще полторы недели, чтобы набраться знаний и впечатлений. Может быть, даже узнать, что такое закурганная и стременная. Евгений Первышов выразил надежду, что в следующий раз они смогут пообщаться уже без переводчика.